Нас прокатили тут на местной машинке. Она, наверное, начало 80-х, да? Или даже 70-х. Вот такая вот мама тут выходит, моя любимая жена. Да. Ну вот. Мы тут у епископа Клеопы дома. И мы тут еще одного брата нашего драгоценного встретили, который тоже знает епископа Клеопу. Это наш дорогой Питер. Земля круглая называется. Ну, в общем, везде встретишь знакомых. Вот, а мы привезли здесь детям. Детям привезли конфеты. Чтобы они покушали конфеты, потому что, ну, мы спросили, и на самом деле вот этого малышня, она долго не видела конфеты, то мы захотели порадовать епископа, его детей, его жену, семью порадовать конфетами. А оказалось, что Иисус Самуил обрадовался. Мась, ты рад конфетам? Такому количеству конфет? Это здорово, да? Тут готовится чапати. Тут готовится чапати. Вот прямо вот так вот. Самуил тоже будет готовить чапати. Отдай тете вот эту штучку. Ей нужно, чтобы чапати готовить. Дай ей. Молодец. Молодец, твой сыночек. Вот. И тут вот людям готовится обед после церкви. Жарится чапати. Это очень вкусно, это очень вкусно. Рысь с фасолью, это очень вкусно. Да ты что? Очень хорошо. Ты тоже делаешь чапати? Ну, я смотрю, что ты эту мукой посыпал, да? И вот так вот ты потом помогаешь, да? Во, видишь, как тут чапати все делается. Молодец, молодец. А сейчас дай тете, чтобы тетя вот. Давай, делай чапати. Делай чапати. Мой ты мальчик. Какой ты у меня мальчик хороший. Кенийц ты мой. О, там надо. Во, у тебя прям чапати в виде сердечка получилось. Да, молодец ты, умничка моя. Ну что, друзья, мы находимся в Кении, Африке, и у нас рождественский сегодня обед, рис с фасолью и чапати, да. И тут Самуилка наш. Тоже с Рождеством всем. Я свинфо. С Рождеством. Я не знаю, это машинка. Это, которая... Ну, с Рождеством Христовым всех, скажи. Христовым. Это бошка за Моисея, Владимир Рудышки из Египта. Вот такая вот. Все правильно. Да, друзья, всех с Рождеством Христовым, замечательным праздником. И мы вот с семьей, как вы видите, впервые в жизни вообще-то я ем такой простой рождественский обед.
Да, ты уже фасоль уплела уже, да? Фасоль я уже уплела. Да. Ну, это просто замечательно. Мы рады, что люди спасаются, что люди ищут Бога. И сегодня наша тема была на этом служении рождественском. Насколько через рождение, жизнь, воскресение Иисуса Христа Бог дал власть верующим. Вот, поэтому мы очень рады за этот рождественский драгоценный день. Да. Всех, всех с Рождеством Христовым. И пусть Бог вас всех благословит. И пусть Он так же, как и нас, и вас, да, пришлет в Африку. Я кушаю чапати. Да ты что? Ты даже сегодня делал чапати? Да. Ты молодец. Да, ты вот за тем столиком делал сегодня чапати, да? Да. Отлично, отлично. Какой ты молодец у меня, сын. Это наш брат Питер. Кто-то его уже видел. Мы вообще удивительно встретились. Я... Его вообще с нашего Самуила все смеются, потому что, конечно, его деловое настроение вообще всех удивляет, потому что кенийские дети не бывают такими деловыми. И он мне сегодня озвучил, что папа, я сам знаю, что я делаю. Так что, в общем, такой вот у меня... 2,5 года уже все знает. Уже все знает, что он делает. Ай, my baby! Куда ты едешь? Я еду мороженое покупать. Очень интересно, Самуил. Очень интересно. Все, ну все, надо слезать уже. Дальше не повезут тебя. Дальше мы потом поедем. Сейчас маму возьмем и поедем. Наши братья разъезжаются все. Разъезжаются наши друзья все. Закончилась наша встреча сегодня удачно. И вот эти ребята направляются в сторону Mountain Elgon. Это где-то 10 километров, 15 километров от этого места, где находятся их церкви. God bless you, brothers. God bless you. А что это? А это Мася Пики. А это пасторы возвращаются обратно в свою церковь. Представляешь? У них есть церкви, у них есть пастора, у них есть люди. Аллилуйя, у них есть люди. Окей, brothers. Nice to see you. Are you doing?